боже мой, как отвратительно! Кто-нибудь, нет! Нет, пожалуйста, не убивай меня! Нет, о боже! Нет, я прошу тебя, Чани, нет! Мы будем убивать друг друга вместе! Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская, и я безумно рада видеть всех вас. Вы не представляете, как мне было плохо эти два дня. Вы просто не поверите, что происходило. Короче, в двух словах так все и не расскажешь. Походу, у этих организаторов, этих сраных квестов, простите меня за выражение, оказался доступ к моему каналу, и на два дня он был заблокирован. Я очень много писала им личных сообщений именно туда, на канал, на почту, им везде. В общем, писала, и они сказали: если ты не будешь выполнять эти задания вовремя и делать то, что мы тебе сказали, больше вообще, короче, можешь даже не писать и попрощаться со своим каналом. Ребята, это все очень серьезно, я очень испугалась, так что, ребят, я вас прошу, помогайте мне выполнять эти условия, все, что нужно, элементарные вещи: ставить лайк под моим видео и под видео Вуду Квеста, писать комментарии абсолютно любые, можете даже писать несколько раз, хоть одинаковые, хоть одни и то же, и одни и те же, главное, чтобы было много комментариев и много лайков. Ребят, это одно из самых важных условий Вуду Квеста, ребят. И, в общем, я посмотрела сейчас комментарии, у меня наконец-то стал доступ к этим, ко всем комментариям, они открыли его, и я, значит, вы написали то, что на канале Вуду Квеста вышли новые видосы, и я, значит, их посмотрела уже вот только что, и сразу потом решила попробовать еще раз войти на свой канал, и он оказался разблокированным, и поэтому там написано, ну, Вуду Квеста, то, что они приготовили для меня какой-то подарок, и он уже ждет меня, прямо сейчас просто произошел звонок, звонка, я там никого не увидела, в домофон сейчас Диму покажем, вот у нас такой есть домофон, ну, это как видеокамера, которая записывает, когда оттуда звонят, здесь у нас появляется такое окошко, и, в общем, кто-то позвонил, и осталось вот просто, ну, вот так вот, то есть никого не было видно. И, ребят, мы сейчас с Димой выйдем в коридор, посмотрим, может быть, что-то осталось, ну, то есть кто-то позвонил, убежал, ну, как много бывает. Может, кто-то подписчики, потому что часто уже как бы они приходят к подъезду, оставляют там какие-то свои подарочки, записки. Вот, возможно, это они как-то боятся встречи, звонят и убегают, но сейчас я обуюсь и посмотрим, но я думаю, что это, скорее всего, подарок именно от Вуду Квеста, который мы должны открыть и увидеть, что там в конце концов. Эй, здесь кто-нибудь есть? Ирина, ну что здесь есть? Это мешок? Это ты мусор оставил? Нет. Что это такое? Не знаю. Может, соседский мусор какой-то? Что-то не похоже на мусор. Короче, ребята, я не знаю, там что-то... Такие большие мешки. Очень тяжелые, да. Мусор. И там что-то вообще маленькое. Похоже на... как на голову. Нож. Ну, может, это кукольная голова что какая-нибудь? Что это за чертовщина? Может, какая кукольная голова, я не знаю. Посмотрим, что там может быть. Подарочек, видимо, от Вуду Квеста. Ирина, что? Что там? Что ты увидела? Ирина, успокойся, подожди. Ты видел там что-то красное? Не знаю. Что за дрянь какая-то? Просто не знаю, что в пакетах какая-то жижа. Жижа какая-то красная. Что за бред вообще? Что за жесть такое? Я не знаю. Что я такое одел? И тут таких несколько пакетов. Не трогай это. Ну оно ничего. Оно, вот, ну, оно же не выливается. Я не знаю, что в этих пакетах. Не знаю, что в этих пакетах. Блин, что за фигня? Похоже на слайм такой. Может, там что-то внутри? Ну, по-любому от этого чеканутого Вуду Квеста. Фу, боже мой, как отвратительно, фу, боже, что это? Дим, что за хрень, а? Что это за хрень, Дим? Что это за
Жижа. Я не знаю. Подожди, а там что-нибудь есть внутри? Ну куда ты полез-то? Ты сейчас камеру будешь руками дерзать грязными, блин, иди мой. Смысл есть какой-то другие пакет открывать? Вот так вот на ощупь? Слушай, там должно что-то быть по-любому. Подарок, как он написал, должен быть какой-то подарок. Не знаю, ничего нет. Сейчас еще ложкой попробую. Может, это что-то съедобное? Ирин, смотри, что-то есть. Что это за фигня? Записка какая-то. Черт. Блин. Там что-то написано. Не понимаю. Погоди. Что-то написано, какая-то записка. Купите чаки. Из Даркнета. Купите чаки из Даркнета. Что жесть. Значит, короче, чаки? Это какое-то новое задание от Voodoo Quest. Он просит купить чаки из Даркнета. Ребят, в общем, эта организация, я не знаю, этот мистический квест, давайте уже назовем его так, назовем это мистический квест, потому что я до сих пор не уверена, кто прячется за маской. Это Вуду или это клоун, я не знаю, они одевают кучу масок, но вы знаете, что такое Даркнет? Даркнет – это темная сеть, темная паутина, это черная сторона интернета, где можно заказывать какие-то либо предметы. Ребят, например, на этом сайте можно заказать любые какие-то напитки, после которых просто крышу сносят. И можно заказать вообще абсолютно все, что угодно. Я так понимаю, новое задание от мистического квеста – это заказать чаки. Только я не понимаю еще до конца, то есть нужно заказать куклу Чаки, игрушку или что-то, или настоящего Чаки можно заказать. Сейчас мы с Димой залезем в Даркнет, посмотрим что-то и, скорее всего, мы сделаем заказ. Мы закажем прямо сейчас куклу Чаки из Даркнета. Что получится, я не знаю, увидите совсем скоро, прямо минуточку потерпите, потому что, ну, скорее всего, я не смогу вам записать и показать, как я делаю эту покупку. Сайт запрещенный, и ссылки на него знают только избранные люди. Так что, ребят, чуть-чуть терпения, и мы увидимся совсем скоро. Ребят, прямо сейчас я сделала заказ на сайте Даркнета. Я заказала чаки. Был просто ужас, когда я узнала о том, что когда я заказываю чаки, куклу чаки, на самом деле приходит настоящий монстр, настоящий убийца, настоящий чаки. То есть то, как там написано, после того, как вы совершаете заказ, то есть в условиях дверь должна открыться, и, о боже, что произойдет самое страшное? В дверь зайдет настоящий чаки. Ребят, в условиях, которые написаны именно при покупке на сайте Даркнета, в момент покупки, приобретения, это должен совершать только один человек. И мы с Димой решили, так как канал мой, так как все задания и угрозы поступают лично ко мне, лично на мой канал, мне пришлось попрощаться с Димой и сделать это самой. Сейчас должно, в общем, по описанию, сейчас должна происходить полная жесть. Прямо сейчас должна открыться дверь, где-то буквально они дают 5-10 минут, что вот именно вот в эту дверь, как они говорят, постучится, кто-то позвонит, и абсолютно точно это должен быть чаки. И что будет происходить дальше, я не знаю. Пока я не слышу ничего. К сожалению, в глазок смотрю, тоже пока никого нет. В домофон тоже никто не звонит. Ребят, это просто жесть. Я очень переживаю. Ребят, короче, в условиях Даркнета должен постучать чаки. Ребят, это просто жесть, боже мой. Вы видите это? Это чаки. Стой! 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 Ребят, передо мной прямо стоит чаки. Слушай, я заказала тебя из Даркнета. Я знаю, что ты настоящий, я знаю, что ты сможешь причинить мне вред. Но, пожалуйста, я тебя прошу остановить. Дело в том, что... Ребят, я просто хочу им объяснить. Меня заставили вызвать тебя из Даркнета, понимаешь? Ты это понимаешь?
Слушай, это заставил меня сделать мистический квест. У меня просто не было выбора. Мне нужно провести с тобой 24 часа. 24 часа с куклой Чайки. Все должно быть очень просто. Я не хочу тебя обидеть. Сейчас мы просто с тобой... будем находиться вместе. Ты не будешь меня обижать, на меня нападать. 24 часа проведем с тобой вместе. И потом, значит, ты уйдешь, я тебя провожу. Я буду делать все, что ты скажешь. Ты хочешь есть? Есть хочешь, да? Хочешь есть? Хочешь есть? Стоп, не меня. У меня вот есть в холодильнике еда. Я тебя накормлю, у меня есть мясо. Хочешь есть, да? Ты хочешь? Хорошо, отлично. Так, ребята, у меня тут есть как раз мясо. Я думаю, Чайки любят мясо. Пойдем со мной. Пойдем со мной на кухню. Сейчас. Стой. Тихо. Короче, я его сейчас попробую накормить. Вот у меня мясо есть. А у меня есть мясо. Сейчас, держи. Очень вкусно. Садись, угощайся, ешь. А, ребят, это просто жесть. У меня дома настоящие Чайки. Это куклы Чайки, которые ест. Ты можешь есть, бери. Это вкусно, кушай. На, держи вилку. Кушай. А, пока ты кушаешь, я пойду приготовлю тебе кровать. Ведь ты устал, хочешь спать, да? Скажи Чайки, да? Все, ребят, это просто жесть. Я сейчас приготовлю кровать для Чайки. А, у меня тут вот... моя постель, я положу его на свою кровать, чтобы он, не дай бог, короче, чтобы ему не понравилось. Он тут ляжет, я его укрою, пока он поспит. Ты покушал? Тебе все понравилось, да? Было вкусно? Проходи, здесь моя комната, я положу тебя спать. Ложись, можешь не раздеваться. Давай я тебя укрою, ага. Тебе все нравится? Все хорошо? Отлично, ребята, кукла Чайки спит в моей кровати. А, это просто жесть. Осталось еще чуть-чуть потерпеть. Ты же ведь ночью не ходишь? Или ходишь? Ты ходишь ночью? Ты спишь днем, а ночью ходишь, да? Короче, ребята, когда будет ровно 24 часа, то есть 12 часов ночи, я смогу проводить эту куклу. Если его все устроит, то он не нападет на меня. Спи, мой хороший. Ты любишь колыбельные песенки на ночь? Ко сну любишь? А, я тебе сейчас спою. Какая у тебя любимая песня? А, наверное, какая-нибудь страшная, да? Страшные песни любишь, да? Хорошо, сейчас, ребята, я должна сейчас срочно вспомнить страшную песню. Слушайте, вот это вот, наверное, подойдет. Сейчас, ребят. Тили-тили-бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Тили-тили-бом, ты слышишь, кто-то рядом. Он уже пробрался в дом и пронзает взглядом. Он идет, он уже близко. Ребят, я уложила эту проклятую куклу Чайки спать, но я не знаю, долго ли она проспит. Подождите, кажется, что он поднимается. Жесть, ребята, черт, что-то происходит. Ему что-то не понравилось. Тебе... Стой! Что? Почему ты не спишь? Тебе что, не понравилась песня? Пожалуйста, хочешь еще кушать? Ты хочешь, я не знаю, может быть, поиграть в какую-нибудь игру? Приставка, Sega, Sony PlayStation, что-нибудь? Нет, пожалуйста, не убивай меня! Нет, о боже! Нет, я прошу тебя, Чайки, нет! Я прошу тебя, я сделаю все, что ты хочешь! Что ты хочешь, только скажи! Кушать, спать, я не знаю, есть, играть, гулять! Хочешь, я покатаю тебя на машине, пожалуйста? Хочешь, я уберу, что ты хочешь? Хочешь, я не знаю, хочешь, я станцую для тебя, хочешь? Ну что-нибудь, пожалуйста, отпусти меня, ничего не делай! Хочу! Я не знаю, как сделать так, чтобы Чайки перестал на меня нападать. У меня просто нет сил. Я готова. Я готова сделать все, что ты скажешь. Я
буду тебя любить. Хочешь, я стану твоей невестой? Хочешь, я буду Тиффани? Да, ты хочешь? Ты хочешь, чтобы я стала Тиффани? Хорошо, хорошо. А, ребята, oh my god. А мне нужно срочно где-то взять свадебное платье. Мне нужно срочно где-то взять фату. А что-то наподобие хотя бы фату, чтобы быть похожей на Тиффани. Сейчас, ребят, сейчас. Он... Стой! Сейчас я буду твоей невестой. Мне нужно одеться. Жених не должен видеть невесту до свадьбы. Ты же не хочешь испортить свадьбу твою с Тиффани. Подожди меня, пожалуйста, здесь. Пожалуйста. Боже мой, это просто жесть. Подожди здесь. Сейчас я переоденусь. Ребят, мне срочно нужно искать. У меня где-то была фата. Это просто жесть. Ребят, короче, я нашла фату. Я нашла фату сейчас. Короче, я должна сейчас буду играть роль Тиффани. Все оставшееся время, чтобы клан... Все. Чаки, я Тиффани. Я твоя невеста. Мы будем любить друг друга, правда? Мы будем убивать друг друга вместе, да? Мы будем против всех. Мы будем драться со всеми. А у тебя есть какой-то план? У тебя ведь есть план. У тебя ведь есть план, правда? Тебе нужно кого-то убить. И ты прямо сейчас отправишься и будешь это делать. Тебе нужно кого-то зарезать, да? Иди, иди, пока. Все, иди, иди. А, ребят, это просто жесть. Я кое-как убрала Чаки из своего дома. Это было испытание 24 часа с куклой Чаки. Чаки я заказала в Даркнете по просьбе мистического квеста. Если вам понравилось видео, поставьте лайк. Подпишитесь на канал и до встречи в новых видео. Пока!